Усложняем бенефис Романа. Так, у нас теперь бенефис в парной игре. Стабильная пара, которая пытается наиграть Игорь с Настей. У них это не получается. Они плохо играют. Мне не нравится, как они играют. Но против них будет играть Света, которую вы впервые видите у нас на экране. И Роман, который у нас бенефициант сегодняшний. Итак, парная смешанная игра. Справа Игорь и Настя. Игорь Король-Улиц. Прекрасная Настя. Да, и они будут подавать. А слева у нас Света и Роман. 0-0. Справа Солнце и Настя. Да, 1-0. Задача Света просто перекинуть. Она решила атаковать. 0-2. Ах, в левой руке оказалась ракетка, но в стол мяч не попал. 0-3. Коварный король улиц, они такие. Это еще вода, не без воды, что ли? 4-0. Еще без воды, да? 5-0. 0-6. Скольки пары ты играешь? 0-7, а? Скольки? До 3. Счет 7-1. 7-2. Два 8. 3-8. Отлично. 8-4. Света, не бей, просто возвращай. 9-4. 8-4. Света хочет атаковать. 6-9. Девять, семь. Вот, Света пробивает эту сетку. 9-8. И возвращает, а Настя нет. 9-9. Света вошла во вкус. 10-9. Впервые в счете повели. Откинула и не попадает. Так. Слишком уверены были в победе Настя и Игорь. Слишком расслаблена была в начале Света, но потом что-то она собралась. Молодец. 0-1-0-0. Расстановку проверяйте, кто напротив кого. Расстановку. Кто отвечает? Ноль-ноль. Какая боковуха! Игорь, соберись, не расслабляйся. 1-0. 1-1. 5. Так, красиво, красиво. Так, счет я забыл. 1-2. За стол. 1-3. По ветру, потому что играешь. 3-1.
О, 3-2. Я в той партии подавал. 3-2 справа подача. Два четыре. Боковуха. Ее играть надо, не подставлять. Три два. Три четыре. Что-то я запутался уже. Ну что я делаю? 5-3. Так, боковуха за стол улетает. 5-4. Четыре шесть. 4-6. Да. Да, ваши подачи. Настя на подачах. Игорь на подачах. Вот так вот даже. Четыре семь. 8-4. Попала? Конечно. 8-5. Разрыв стремительно сокращается. А, 9-4, оказывается. Пять, девять. 5-10. 5-10 или... 5-9, это в стол попала она тогда, 5-9, 6-9. 10-6. Так, второй сет. Забрали уже полегче было Свете и Роману. Расстановочку, кто там? 0-2-0-0. 0-1-0-0. 0-1, я... Да, что-то я сказал, запутал Романа. 0-1. Да что ж ты, не идет у Насти. Не идет у Насти второй сет подряд. Не идет. 2-0. 3-0. Насте надо кепку крутануть. 0-4. Значит, кепку крутани, крутани кепку на голове. 0-4. Да, Настя выключилась из игры. 0-5. Ну же, кто-то какой-то нам фокус покажет, наверняка. Покажет кто-нибудь фокус какой-нибудь. Покажите, ну покажите. Не показывает. Все готовы. 5-0. 0-5. 6-0. 6-1. Будь здоров. 1-7. 2-7. 2-7 на правый мяч. А, они играют уже. А мы играем? Да, да. Анастасия просто подается. А, понял. 2-7. Так, нормально, давай, играй. 4-8? 7-4.
Ну вот, вроде начали что-то и шевелиться. 5-7. Я не помню. Пять семь, пять восемь, восемь шесть. Восемь семь, восемь семь. Чиркнул. Сбоку, сверху, сбоку. Сбоку чиркнул. Восемь восемь. Сбоку, восемь восемь, восемь восемь, восемь восемь, восемь восемь. Ну, чуть-чуть Настя не доработала. Чуть-чуть не доработала. Восемь девять. Ну, это зона была чистой воды. 10-8. Матчпоинт. Да. 3-0. Жмут руки. Игорю и Насте есть над чем работать. Тяжело и упорно. Игорь, Настя, работайте, усиливайте, разрабатывайте. Так, нет, у нас на победителя дальше следующая пара.